Бой за титул чемпиона лиги в наилегчайшем весе провели Анатолий Кондратьев и Вартан Асатрян. Данное противостояние завершилось победой Асатряна техническим нокаутом в начале первого раунда. Вартан вышел на поле суперзаряженным и сразу нанес разящие удары ногой и коленом. После 20 секунд Анатолий Кондратьев уже был не в силах продолжить бой. Таким образом, Вартан Асатрян защитил чемпионский пояс лиги в наилегчайшем дивизионе. После боя Вартан изъявил желание биться с чемпионом АСА в наилегчайшем весе. Я готов. Эйсе, давайте. We all got dreams, we all want things.